Грабеж средь бела дня. Одесситку буквально возле дома настиг грабитель. Его привлекло золотое украшение. Перепуганная Ирина быстро взяла себя в руки и начала звать на помощь. Я кричала там «помогите», и парень шел по телефону, разговаривал там какой-то вообще посторонний. И тут парень побежал, ну, спросил, говорит, чем помочь. И побежал за этим. Крики потерпевшего услышал милиционер Олег Прохоров. Он сумел догнать грабителя и произвести задержание. Девушка сразу узнала своего обидчика. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Сейчас потерпевшей была надана медицинская помощь, вот, потому что у нее сбиты колени, там есть сильные удушья на шее. Грабителем оказался 27-летний ранее судимый житель Одессы. Мужчина, понимая, что схвачен с поличным, во всем сознался и добровольно выдал сорванную цепочку. По факту ограбления милицией начато уголовное производство.